Шунечка, смотри, какой хорошенький домик получился, а? Да, какие мы с тобой молодцы, правда? Правда. Ой, кто это вздыхает, Зубок? Ты слышал? Слышал, слышал. Не бойся. Кто бы это мог быть, а? Шунечка, пошли поищем, а? Пошли. Никого. Да, никого. А может, нам показалось, а? Может. Ох-охонечка. Шунечка, а по-моему, это кто-то из картины вздыхает. Это бабушка Федора из деревни Загадкино вздыхает. Я ее голос узнала. Ой, наверное, у нее что-то случилось. Надо срочно ее выручать. Раз, два, три, четыре, пять. Мы в Загадкино опять. Здравствуйте, бабушка Федора. Ой, здравствуйте, здравствуйте, мои милые. Как хорошо, что вы пришли. А что случилось, бабушка Федора? А вот что. Выхожу я сегодня во двор живность покормить. Да. Зову. Не гу-гу. А вот куда моя живность делась? Вот в этой записке-то и прописано. Читаю. Федора, отгадаешь мои загадки, получишь живность обратно. Авдотья. Ой. Вот а кто вот. Это Авдотья? Бабушка Федора. Ой, соседка моя. Шутниц, каких свет не видывал. Да вообще-то у нас Загадкино все до шуток охочи. Я к ней ходила, а ее дом замок охраняет. Ой, бабушка Федора, всегда вы над нами шутите. Да, а теперь и до вас очередь дошла. Дошла, милые. Вот какую шутку Авдотья Тимофеевна со мной-то и учудила. Ну, читайте же, читайте, бабушка Федора. Нет, подождите, а мне ведь помните, что вы очень хорошо умеете загадки-то отгадывать, а? Поможете? Ну что ж, попробуем. Ну хорошо, а вот теперь я читаю. Всех я вовремя бужу, хоть часов не завожу. Кричу я даже сонный, крикун неугомонный. Будильник, я отгадал будильник. Будильник у меня во дворе. Зубок, а может быть это петух, а? Петух? Ну да, он ведь раньше всех встает, точно. О, петух. Ой, спасибо. Петушка-то моего возвратили. Спасибо вам. Пожалуйста. А давайте вторую загадку отгадаем. Давайте. Слушайте. Вдоль по речке по водице плывет лодок вереница. Впереди корабль идет, за собою всех ведет. Весел нету малых лодок, а корабль больно ходок. Вправо, влево, взад, вперед, всю ватагу поведет. Ну и что же это за лодочки, подскажите, а? Трудная загадка. Да, очень трудная. Ну, а я и говорил, что мне одной-то не по зубам. Ну, может быть, это листики по речке плывут, у них ведь весел нет. Да нет, не то это, Шунечка. Мы ведь не листики, цветочки всякие ищем, а домашнюю живность. А, да, ну да. Вот, кто у нас из птиц плавать умеет, вот, кто? Ну, кто, ну... Знаешь, вот эти, как их... Да. Гуси, о, гуси! Не гуси, у меня нет гусей в хозяйстве-то. А я тогда знаю, утки! Утки? Ой. Ой, а вот и лодочки мои красавицы. А сердце-то... Так и заплясала от радости. Тетушка Федора, интересно, а третью загадку отгадаем? Да. Не сомневаюсь, слушайте. Квохчет, ко-ко-ко. Детки к маме под крыло. Квохчет. Да это же курица. Ой, правильно. А я что говорила? Ну, загадки, как орешки щелкаете. Может, и последнюю быстро разгадаете? Разгадаем. Да. Хорошо, слушайте. Явился в желтой шубке. Прощайте, две скорлупки. Ну, это легкотня. Да. Это ведь цыпленок. Молодцы, угадали. Вот видишь, Авдотья Тимофеевна, какие у меня помощники-то. И я опять при своих птицах. Вот так. Бабушка Федора, а неужели вы сами не могли отгадать эти загадки? Да, что-то с трудом верится. Ой, ну, конечно, могла бы. Только вместе-то оно веселее. Да. Ну, а теперь
давайте попрощаемся с ребятами. Давайте. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, ребята. До свидания, родимые. До свидания. Время чудес пролетело. Спит Шишкин лес до утра. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Скажем друг другу до встречи, доброй вам ночи.